Брестский театр кукол всегда полон тайных загадок детского смеха и веселья. Но в этот замечательный зимний день здесь встречали особенных гостей. Едва переступив порог театра, более 70 воспитанников Брестской вспомогательной школы окунулись в сказочную атмосферу и стали участниками самой светлой и замечательной благотворительной акции «Наши дети». Ее инициаторы – неравнодушные представительницы самой доброй организации Белорусского союза женщин – решили устроить незабываемый праздник и подарить ребятам в преддверии Рождества частичку душевного тепла и радости. Новый год наступил, но праздники не заканчиваются, и акция «Наши дети» в том числе продолжается. Сегодня в канун Рождества, еще такого замечательного семейного дня, Белорусский союз женщин продолжает свою работу по поздравлению детей и созданию им атмосферы новогоднего праздника. На протяжении уже 2 недель, начиная с предновогодних праздников, во всех регионах, во всех первичных организациях проводим эти акции. Очень большой охват наших детей, мы охватили наш организация более 4000 детей, это только таких массовых мероприятий, ну и в том числе это посещение индивидуально семей малообеспеченных, где воспитываются детки-инвалиды, многодетные семьи и просто семьи, где необходима наша помощь, поддержка, ну и создание хорошего настроения. А всем известно, что лучшие мастера по созданию праздничного настроения для детей – это талантливые актеры Брестского театра кукол. Всех ребят пригласили в уютный зрительный зал, свет погас, и множество детских восторженных глаз с замиранием сердца следили за яркой и удивительной сказкой о царе Салтане. Будь одна из вас! Качиха! А другая? Ореха! Сели вышел царь-отец! Все опустились! Для нас это тоже очень важно. Очень важно, потому что те детки, которые сегодня у нас в гостях, ну, это особая категория. И мы стараемся для всех создать условия, чтобы всем было комфортно и приятно, чтобы Дед Мороз непременно пришел и подарил не только конфеты, но и вот такую замечательную сказку, которую знают наверняка все с самого раннего детства. Но на этом сюрпризы не закончились. Ребята, а вы готовы с нами отправиться в путь? Да! Замечательно! Тогда поднимаемся со своих мест и делаем разминку. После мини-антракта ребята приняли участие в интерактивной новогодней шоу-программе, где можно было петь и танцевать вместе со сказочными героями. Огромное спасибо Брестскому театру кукол за такой замечательный праздник для наших детей. Дети очень довольные. Всем все очень понравилось. Нам это очень нужно, очень ценно. Спасибо всем огромное. С Новым годом! Детям и взрослым этот день запомнится отличным настроением, подарками и сюрпризами. А самая добрая акция «Наши дети» продолжается. И мы не раз еще расскажем о ней в своих сюжетах. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.